Шаги к миру и дружбе между представителями двух православных церквей – русской и грузинской. Завершилось лето, и дети из астраханских воскресных школ вернулись домой с отдыха из Грузии. Решение об этой организации поездки было принято в июне на международной конференции, в которой приняли участие представители церквей двух государств. Они приехали радостные, загорелые, полные впечатлений о необычном лете. Фотографии на память. Теперь эти мгновения останутся на всю жизнь. Лазурное море, шум волны, дельфинарий и запах экзотических цветов и фруктов. Мне больше всего запомнилась поездка в горы, когда мы поднимались в горы и смотрели монастыри. Они были старые, из камня. Мне очень понравилась Грузия, потому что это очень хорошая страна, очень красивая страна, очень хорошая экология, природа. Поездку в Грузию 20 ребят, учащихся в воскресной школе и образовательного центра при Иоанно-Предтеченском монастыре, помогли организовать представители грузинской диаспоры в Астрахани. Было проявлено особое отношение со стороны именно Грузинской православной церкви, по линии которой и было это само приглашение, это стремление как раз к соединению и той дружбе, которая всегда существовала между Россией и Грузией. Древние грузинские храмы, дельфинарии, достопримечательности страны – все это входило в культурную программу. Но главное – рождение дружбы между астраханскими и грузинскими школьниками. Чувство, которое преодолело все барьеры, в том числе языковые. Хотели бы, чтобы вот в будущем опять вот в летнее время создать вот такие группы, создавать и из малоимущих семей, церковной школы мы будем забирать детей в Грузию. Учитывая, что у нас вот теплеют сейчас отношения между Грузией и Россией, и в дальнейшем надо будет проводить вот такие же мероприятия. Первый шаг сделан. В будущем не только дети из Астрахани будут приезжать в дом отдыха грузинской патриархии, но и грузинские ребята побывают в нашем крае. Ведь это прекрасная возможность не только поправить здоровье, но и больше узнать друг о друге, о наших государствах, а также протянуть руку дружбы через детей взрослым.